При Тверской городской думе началось формирование молодежной палаты. В нее могут войти социально активные жители областной столицы в возрасте от 16 до 30 лет. Их кандидатуры будут отобраны по конкурсу. Что ждет тех, кто пройдет отбор, смотрите в нашем следующем материале. В конкурсную комиссию вошли общественные деятели, представители администрации города и депутаты Тверской городской думы. На их плечи ляжет выбор самых активных молодых жителей Твери. Они рассмотрят всех кандидатов, которые изъявили желание стать членами молодежной палаты. Председателем конкурсной комиссии назначен депутат Ян Барышев. Надо обращать внимание, чтобы люди уже работали под каким-то общественным началом, да, либо уже стояли в общественных каких-то организациях, да, естественно, помогали развиваться нам и, естественно, нашему родному городу. Подать заявку на участие в конкурсе могут жители Твери в возрасте от 16 до 30 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте городской думы или принести лично. Далее комиссия отберет заявки, и те, кто успешно прошел первый этап, будет ждать собеседования. В молодежной палате молодым людям придется самим приступить к реализации своих проектов, взаимодействовать с депутатским корпусом, администрацией города и попытаться вместе решать вопросы. Есть, ну, как минимум два положительных момента для него самого, потому что, во-первых, он может уже более целенаправленно, на более таком уже экспертном уровне заниматься законотворческой работой, предлагать. С другой стороны, он может сам уже, ну, пользоваться поддержкой коллег, объединенных вот в рамках молодежной палаты, обсуждать с равными на равных вот эти инициативы, чтобы более экспертно, более качественно доводить их до тех предложений, которые, возможно, потом, это уже третий плюс, учтут старшие коллеги, ну, например, депутаты городской думы. Хоть молодежная палата – это консультативный орган, который, тем не менее, может влиять на принятие тех или иных решений. Здесь можно выдвигать собственные идеи и инициативы, имеющие общественное значение. К слову, взрослые коллеги будущих членов молодежного городского парламента рассчитывают, что конкурс выявит людей с собственным взглядом, как должна развиваться Тверь. Конечно, видение молодежи в благоустройстве нашего города, в развитии нашего города очень важно. Депутаты Тверской городской думы возлагают большие надежды на молодежную палату. Она должна стать депутатом Тверской городской думы, власти вообще города Твери, помощником, советчиком в каких-то вопросах. И мы надеемся, что их работа будет очень плодотворной. Всего будет отобрано 24 человека, которые займут места в молодежной палате. Заключительным этапом формирования молодежного парламента станет утверждение его состава депутатским корпусом на заседании Тверской городской думы.